Всем привет, с вами Миша, и вы на канале Crypto Dealers. Сегодня я расскажу о BitDegree. Это обучающая платформа для взаимодействия студентов и спонсоров на базе блокчейн. Если вкратце, фишка такая. Студент регистрируется на платформе для прохождения спонсорских курсов. Компания-спонсор выбирает его и дает возможность получить полезный скилл. Более того, они стипендию в виде токенов платят. И на работу заберут, если студент будет учиться на одни пятерки. А теперь подробнее. Платформа BitDegree предоставит студентам онлайн-курсы с простой и прозрачной системой наград на базе блокчейна и отслеживанием достижений. Это также уникальный инструмент для бизнеса, позволяющий нанимать таланты в области технологий и формировать систему глобального образования под его нужды. Зачисление на курсы позволит получить доступ к использованию материалов, расположенных на платформе. Каждая часть будет содержать краткий обзор курса, теги для индексирования, объяснение концепта и теории, описание того, как теория может быть применена для решения конкретных проблем. А технологические компании, в свою очередь, смогут предоставлять стипендии студентам, которые хотят вкладывать время и силы в изучение новых навыков. В общем, проект BitDegree – это проект 2 в одном. Он объединил в себе возможности таких платформ, как Coursera и HackerRank. Ребята с BitDegree поставили себе за цель обучить студентов таким навыкам, которые реально востребованы на рынке. BitDegree будет напрямую связывать поощрение для студентов со всеми, кто хочет, чтобы они стали специалистами в области цифровой экономики, такими как нынешние или потенциальные работодатели, поставщики цифровых услуг или спонсоры. Система умных поощрений – это смарт-контракт на основе Ethereum, обеспечивающий обмен токенами между спонсорами и студентами, которые обучаются определенному предмету, чтобы получить токены. Парни используют фреймворк Octalysis для игрификации дизайна. Просто представьте, вы обучаетесь на базе игры Minecraft. Чуваки приняли смелое решение, забив на классическую систему образования. Мало того, что процесс будет увлекательным, так еще и замотивирует молодые умы на новые свершения. BitDegree создаст новый тип токена в экосистеме Ethereum. Он будет распространен среди пользователей различных категорий платформы, таких как студенты, компании в качестве спонсоров и различные сторонние лица. Благодаря этому процессу компании могут внедрять учащихся в новые технологии и заполнять пробелы в обучении в рамках собственных рабочих групп. BitDegree реально будет выделяться из нынешних онлайн-курсов из-за преимуществ блокчейн-системы мотивации и децентрализации. Платформа BitDegree работает на Ethereum. Начало ICO 1 декабря 2017 года. Один Ethereum Coin – 10 тысяч BitDegree токенов. Цель состоит в том, чтобы собрать 500 Ethereum. Максимальная цель – 32 тысячи Ethereum. Ограниченное предложение токенов обеспечит растущий спрос на услуги платформы BitDegree в будущем. Уже в четвертом квартале 2018 года платформа стремится достичь полной функциональности. А вот что о проекте BitDegree говорит бывший старший менеджер проекта Coursera Роберт Сантана и основатель платформы Андреус Пунта. Роберто, добро пожаловать в наш офис. Спасибо, для меня честь находиться здесь. Расскажи нам о своем прошлом. Конечно, без проблем. Меня зовут Роберто Сантана, я инженер. У меня 3 высших образования инженера в филиале Стэнфорда. Последнее время я был продукт-менеджер в Coursera, где я управлял 3 ведомствами. Это связь с пользователями, рекомендации и инновации. Это огромная работа. Мы рады, что ты подключаешься к BitDegree. Почему тебе интересно BitDegree? Это революционный подход к обучению. Блокчейн позволяет 3 вещи, которые я считаю важными. Первое. Возможность иметь децентрализованную платформу обучения. Такое будут делать впервые. Второе. Наличие токенов решает много проблем, с которыми я сталкивался в прошлом. С этими же вопросами сталкиваются студенты, контент-провайдеры и работники компаний. И третье. Блокчейн дает возможность информации быть ценной только тогда, когда она востребована. Поэтому это виртуальный цикл. Как ты думаешь, BitDegree революционизирует обучение? Многие из нас путешествовали в разные страны и видели их устрой. Что мы наблюдали? Люди могут позволить себе обучение, но они бросают учебу, потому что не хватает денег и нужно зарабатывать. Многие наемные работники и учителя задумываются о том, чтобы отдавать информацию бесплатно. В первый раз мы видим систему, где у нас есть возможность зарабатывать во время учебы и зарабатывать, обучая других.
И это все меняет. Да, это именно то, чем мы занимаемся. Спасибо, что пришел. Пожалуйста. Учиться никогда не поздно, а когда тебе за учебу еще и платят криптой, это нифига себе как круто. BitDegree – это инновация в системе образования. Как вы считаете, не оставит ли это со временем классическую систему образования без работы? Ознакомиться с проектом вы можете, перейдя по ссылке под видео. А на сегодня все. С вами была Миша. Всем пока.